Добро пожаловать на ТВ-7. С вами я, Феличия Сырбу. Я представляю вам прогноз погоды. Дождливая погода наконец-то во вторник возьмет тайм-аут, а небо над Молдовой очистится от грозовых туч. Взамен на территорию страны надвигается более прохладный воздух. Свежий ветер, усиливаясь местами до 15-18 метров в секунду, будет дуть с северо-запада. Сейчас посмотрим, какая погода нас ожидает сегодня ночью и завтра днем. В северных районах ночью будет довольно прохладно, до 10-13, а днем до 25. В центральных ночью плюс 11-14, днем до 26. А в южных районах ночью плюс 12-15, днем до 27 градусов. В столице переменная облачность без осадков. Ночью термометры покажут плюс 12-14, а днем воздух прогреется до 26 градусов. В следующие три дня нас ожидает комфортная погода. Не исключены и грозовые дожди, а максимальная температура поднимется до 28 градусов. Пока все о погоде в стране. Не переключайтесь.